Привет, дорогой зритель! Как жизнь? Как творческие успехи? Надеюсь, что все замечательно? Что ж, сделаем так, что все будет просто, прекрасно и великолепно. Сегодня я расскажу об одном упражнении по писательству, которое поможет не уйти в out of character писателям фанфиков, а писателям оригинальных историй создавать целостных персонажей и писать их правильно. Данное упражнение делится на два этапа. Написание характеристики персонажа и анализ соответствия исходника и того, как вы реально видите данного героя. Для этого возьмите два существующих персонажа из книг, фильмов, сериалов, комиксов, игр, неважно откуда. Одного хорошо прописанного, а второго плохо. Хорошо прописанный или написанный персонаж – это персонаж, который действует в соответствии с заданными писателем либо сценаристом параметрами и характеристиками, из-за чего мнение и впечатление от него у зрителя, читателя, игрока соответствуют задуманному его писателем или создателем. Ну и понятное дело, это персонаж, он не является ни ангелом во плоти, ни чисто отрицательным персонажем без каких-либо искупительных черт и качеств и действий. В общем, в целом понятно, да? Плохо же прописанный персонаж — это персонаж, мнение о котором разительно разнится, либо отличается между его создателем и зрителем, читателем, игроком. Либо же это персонаж, у которого все выходит и получается, она, либо он всем нравится только потому, что этот персонаж — главный герой, и так сказал сюжет. Итак, вы выбрали двух персонажей. Напишите их характеристику, как вы их видите и воспринимаете. Это включает их имена, возраст, внешность и характер. Если это фэнтези, то еще и расу. Только от вас зависит, насколько подробно вы их будете расписывать. Но чем подробнее вы будете это делать на каждом пункте, тем больше пользы вам будет от этого упражнения. Прекрасно. Теперь рассмотрите взаимоотношения данных персонажей с другими героями историй. Как они взаимодействуют? Кто им враг, кто друг и почему? Что общего между персонажами этих групп? Как эти персонажи влияют на выбранных вами их действия и мировоззрение? Следующим пунктом опишите предысторию выбранных персонажей, если таковая, конечно, есть. Если нет, сделайте свои предположения. Как события прошлого сформировали характер и взгляд на мир данных персонажей такими, какими мы их видим? Прекрасно, вы уже на финишной прямой, с чем я вас и поздравляю. Распишите мировоззрение и цели этих персонажей, что ими движет и к чему они стремятся. И второй этап, пожалуй, главный в данном упражнении. Возьмите сначала хорошо прописанного персонажа. Проверьте, является ли он таковым, изучив этого персонажа еще раз и дав характеристику, на этот раз уже как бы смотря на этого персонажа глазами его создателя или писателя-сценариста. Соответствует ли данная характеристика вашей? Если различие незначительное, то подумайте, как создатель персонажа написал его таким образом, что он в ваших глазах соответствует заявленному исходнику. Какие приемы использует сценарист, писатель? Какими приемами воспользуетесь вы в создании своего следующего персонажа? И последним пунктом всего упражнения сделайте следующее. Возьмите плохо написанного героя, опишите его со стороны автора, его исходник, то, как мы должны были его видеть. Проанализируйте, в чем ошибся создатель этого персонажа, что он перестал соответствовать задуманной картинке. Что меняет мнение о данном персонаже, отдаляя его от задуманного? Как этого можно было избежать? Как это можно исправить? Какие приемы должен был использовать автор, чтобы персонаж соответствовал первоначальной задумке? Исправьте моменты в истории и повествовании в целом, чтобы персонаж соответствовал видению автора. На этом упражнение заканчивается. Если его делать правильно, вдумчиво и так достаточно подробно все расписывать, оно помогает лучше разобраться в персонажах, понимать их, делать их более гармоничными, реалистичными, а их действия и мысли более логичными. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, это видео вам поможет в создании новых персонажей или в осознании проблем уже существующих героев ваших историй. Если это так, не все, Оля заговаривается под конец видео. В общем, не забываем нажать на лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. Также можно на вот этот колокольчик нажать, чтобы знать, когда я раз в пятилетку выложу видео. В общем, это Оля. Что вы можете взять с этого всего?
В общем, желаю я вам успехов. До встречи в новом видео. Пока!